Свое любимое дело Андрей Бородин нашел лишь несколько лет назад. Поработал на производстве сварщиком и влюбился в металл. Красота. То есть это еще из тех времен, то есть сейчас вот, как возвращается эта ковка. И красиво, и со стороны посмотреть. То есть она добавляет дому такой вид строгий, красивый. Качели, беседки, ворота, навесы и мангалы. Мастер уже руку набил и уверяет, металл очень мягкий и гибкий. И вот так вот, даже без всякого нагрева, она у нас легко поддается. Сварщик – профессия романтичная и творческая. Это сейчас так думает молодой человек, а в детстве никак не понимал любимое дело отца. Раньше, знаете, не было таких аппаратов, чтобы раз там были громадные, на тракторе таскали прицепы. Ну, то есть до этого не было никакой тяги, если честно, к сварочным работам. Пока свои изделия Андрей дарит родственникам и друзьям. По просьбе доволенцев заковывает железные узоры, ворота и беседки. Это красиво. Это просто красиво. Это необычно, это оригинально. И ездили, конечно, по довольному, смотрели, сколько, каких вариантов. И тут вышли на прекрасных парней, которые помогли нам, Андрей Бородин. Он нам порекомендовал, что вот он может это все воплотить, наши идеи, и давай, какие, что нужно, какие иллюстрации, все предоставил. Так вот получился такой забор вместе, в сотрудничестве, все вышло. Сам мастер-сапожник без сапог, только мечтает, как украсить свой двор. Сейчас у меня дома своего нет, как бы хотелось построить свой дом, и то есть приусадебный участок весь сделать вот такого плана. Беседки, качели для детей, мангал. Ну, в общем, чтобы было все ковано, серьезно и красиво. Помощь Андрею – его земляк. В руках кузнеца и сварщика рождаются особенные железные узоры. Ковал в деревне, в кузне пробовал. Ну, и как бы мы решили совместно попробовать это все. Он умеет сварочными работами заниматься, я как бы от сварки вообще далек. Ну, работаем так вместе. Мастера мечтают украсить ковкой райцентр. Да, ну, можно обновить ограждения, вот, парки, лавочки. Можно какие-то скульптуры железные по району везде повыставлять. Ну, то есть можно много красоты навести здесь кованой. А кузнецы и сварщики в районе наслышаны. Все чаще просят выковать узор или уютную беседку. И Андрей Бородин подумывает оформить свое производство.